стишки учишь к Новому году? Да. Правда? Да. Ой, какой он молодец. И совсем не рано, и пусть Дед Мороз на осенних улицах прохожих удивлял, сегодня с ним нужно не просто селфиться, а брать телефончик. Сказочный герой на дом, услуга востребована, и найти даже за месяц до Нового года свободную дату не так просто. Знакомьтесь, профессиональный волшебник в миру Александр Громов. Радует детей уже 5 лет, берет за праздник до 4000 рублей. Конкуренция на самом деле не такая уж и большая, потому что город у нас тоже не маленький, артистов профессиональных достаточно мало. Можно, конечно, пригласить и подешевле Деда Мороза со Снегурочкой, которые не занимаются этим профессионально. Однако я бы этого, конечно, не рекомендовал. Цены несколько поднялись, но опять же стало больше различных агентств, которые занимаются новогодними праздниками. Так что, что будет в этом году конкретно, это мы узнаем несколько попозже. Разгонять тоску на корпоративах Андрей готов. Страстный посадобль исполняют с партнершей по ресторанам 10 дней в декабре. На двоих зарабатывают 80 тысяч рублей. Мы каждый год стараемся делать что-то новое. Не знаю, вот у нас упор больше идет на какие-то такие эстрадные номера. Делаем упор там на юмор, на какие-то что-то такое, с элементами бальных танцев у нас есть. Да. Так что мы стараемся как-то разнообразить нашу танцевальную деятельность. Платят артистам рестораны. В среднем корпоратив с номерами обойдется от 2200 рублей в будний день до 2800 в выходные. Люди уже заранее звонят с конца сентября, бронируют и уточняют даты, какие свободны, какая будет. Всех интересует, какая будет программа, какие будут артисты, что новенького их ожидает. Места еще есть, успевайте. Как говорится, к Новому году нужно готовиться заранее. Вечеринки обещают в стиле «Игры престолов», ТВ и даже морского круиза. Отправиться в настоящее путешествие экономно на Новый год сложно. Главная хитрость – готовить сани летом. Люди готовятся к наступающим новогодним каникулам еще за полгода, как, наверное, с июня стартовали продажи на новогодние праздники. И они достаточно активны, потому что те, кто путешествует постоянно, знают, что если ты покупаешь заранее, ты выигрываешь немножко в экономии. Выбирают наши люди в основном Азию. Пакетные туры с праздничным ужином на 31 декабря. По сравнению с прошлым годом стоимость туров значительно выросла. Цены начинаются от 90 тысяч рублей на одного и стремятся в бесконечность. Если на путешествие или ресторан денег нет, то расстраиваться не стоит. Праздник все равно придет. Главное верить. Альфтина Дармаева, Валерия Каратуева, Мария Кравцова, Андрей Дармаев и Бато Гармын. Новости дня.